На раздольной глобальная механизация труда. Вместо дедовских лопат – мини-трактор для уборки тротуаров. Мечту любого дворника воплотила дорожная служба. Руководство областного предприятия считает, способы уборки тротуаров с более высоким КПД пока не придумали. Рабочие с ними согласились. Маленький, компактный, около этих остановок убрать. Техника-то быстрее можно сделать, чем лопатой. Бок о бок с трактором бой льду и снегу давал вот этот компактный агрегат. Для уборки свежевыпавшего снега эта ручная машина незаменима. Ну, руками это уже не то. Тяжело руками. С техникой проще. Мини-машинам, призванным давать отпор непогоде на флангах, в авангарде помогает техника посерьезнее. Эти КДМы куплены специально для города. Справимся с этой техникой. Легко. Если возникнет необходимость, возможностей хватит, чтобы работать в усиленном режиме, уверяет руководство дорожной службы. Январский снегопад как испытание всерьез никто из них не воспринял. Впрочем, несмотря на отсутствие большого снега, времени сидеть сложа руки нет. Практически ежедневно снег вывозится, что-то производится разметание, просыпка противогололедными материалами. Она не заканчивается. И в ночь работаем, и в день работаем. Северный район взяли, стараемся показать, сделать его лучшим районом по содержанию. Да что там северный район? Весь город. Областное предприятие в этом году генподрядчик по уборке снега. Спецавтобаза на субподряде. Это необходимо в первую очередь для увеличения объема техники, задействованной на уборке уличной дорожной сети города Орла. Денег на уборку города в этом году выделили больше, чем в прошлом. Увеличен на объем порядка 20 миллионов рублей. В том числе выделены средства областного дорожного фонда. Новшества этого года обсуждали на днях в администрации региона. Плюсов в разы больше, чем минусов. За каждым остановочным павильоном у нас закреплены конкретные люди, предприятия, которые убирают. Кроме того, у нас главы районов организовали плотную работу с предпринимателями, с управляющими компаниями по уборке прилегающих территорий к магазинам, к торговым центрам и во дворах. Александр Козлов детально остановился на задачах. Проблема комплектования спецавтобазы новой коммунальной техникой пока до конца не решена. Надо к ней вернуться, велял губернатор. К следующему сезону иметь обновление парка специальной техники уборочной, серьезной. Потому что иначе мы все время будем с протянутой рукой. Еще одно требование Александра Козлова касалось работы управляющих компаний. Главы городов и районов должны более тщательно следить за тем, как они убирают дворы и прилегающие территории, считает губернатор. До окончания зимы осталось чуть меньше месяца, однако, судя по прошлому году, мартовская погода тоже способна на сюрпризы. Так что коммунальщикам предстоит еще дождаться окончательных оценок орловчан, пока же они положительные.